Наш блог завершает Виктория Стец Сумы. Добрый вечер всем. Я для вас исполню свою песню, которая называется «Аномалия». Мы правда есть чужие, есть другие, но о них нам говорить нельзя. А я третьи сутки ною, что совсем другой весной. Излечу я паранойю, что же у нас ничья. Выше только небо, тира, это так нелепо. Или лучше мы забыли рассказать друзьям, что я тебя не понимаю, по тебе схожу с ума. И за что тебе такая, ну меня к чертям. Ну меня к чертям. Как и ты, и вселенная, наверное, избегает постепенно нашей пустоты. Нашей пустоты. Включу свою мобилку и отправлю по имейлу новые слова. Едва открою веки с крыши, упадет, и я не слышу. Упадет, не разобьется моя голова. Опять болит, а лень не тонет, синее море. И тебе тихонько вторую зацветаю. Все не так, все не случайно. Чайки чайник пью, да я не чайка чайник. Я включаю, выключаю мозг. Вот дурак. Вот дурак. По вселенной и без фальши я теряю объективно all that was before. Но я вновь чешу в затылке, и разбитые бутылки пролетают, как кометы снова. Но ведь все мне это снится. Эти чайники и птицы, эти крыши, веки паранойя и моря. Да я опять не замечаю, снова голову теряю, безуспешно повторяю аномалии.